В актовом зале гимназии нет свободных мест. Старшеклассники пришли на киномарафон «Самарская губерния. Золотой фонд». Этот культурно-просветительский проект для самарской молодежи организовал Поволжский историко-культурный фонд при поддержке правительства Самарской области и администрации Самары. В нем участвуют 14 городских школ и 3 района губернии. Документальные фильмы, киноперспективы рассказывают о губернаторах, градоначальниках родного края и выдающихся земляках, которые много сделали для развития области. Ребята должны знать историю своего края, как это было, как это есть нас сейчас. В актовом зале параллельно работает выставка 30 рисунков «Самара. Любовь моя» легендарного архитектора Вагана Каркарьяна. Его наследием горожане гордятся. Это вторая очередь набережной, дом правительства, известный как Белый дом, дворец бракосочетаний, монумент славы. Выставка для школьников – экскурс в историю архитектуры и зодчества Самары. По мнению лектора-искусствоведа Владимира Вострикова, эти знания подрастающему поколению обязательно пригодятся. Всегда надо знать историю родного города, а также уметь видеть, рассказывать какие-то особенности этого замечательного мегаполиса, потому что приедут гости, и они будут спрашивать вас. Будут спрашивать о памятниках, которые здесь установлены, о красивых домах, об улицах и так далее. И вы должны обладать информацией, чтобы объяснить. Это же для вас родной город. Зрители киномарафона «Самарская губерния. Золотой фонд» примут участие в литературно-историческом конкурсе «Золотое эссе губернии». Победителей определят в нескольких номинациях: «Исторические личности», «Памятники архитектуры», «Наши современники» и «Самарская губерния. Устремленная в будущее». Эксклюзивные авторские призы предоставит член Союза художников России скульптор Дмитрий Власов. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.